На очередном совещании с главами местного самоуправления Курагинского района, руководила которым заместитель главы района Елена Бегунович, обсуждался ряд важных вопросов. Речь шла о деятельности органов местного самоуправления по исполнению полномочий в области архивного дела. Главный специалист по архивным вопросам отдела организационного обеспечения и дела производства администрации района выступила с информацией и методическими рекомендациями. Об итогах расширенного заседания коллегии Минфина края и перспективах работы на 2019 год рассказала главам сельских и поселковых администраций руководитель финансового управления администрации района. Выступление исполняющего обязанности начальника уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Курагинский было посвящено организации работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли.